дорогие мои подписчики, хочу сегодня сказать о том, что у меня есть канал на Яндекс.Дзен. Там я пишу тексты о моей жизни в Англии. Кому больше нравится читать, пожалуйста, читайте. И сейчас там появилась такая функция, куда я буду загружать небольшие видеоролики из моей жизни в Англии. Их я не могу использовать в своих видео, в которых я о чем-либо рассказываю. Но такие вот небольшие ролики, которые я решила назвать английские зарисовки, будут доступны на Яндекс.Дзене. Пока я решаю, что делать с моим каналом на YouTube дальше, на Яндекс.Дзене уже идут какие-то небольшие заработки. Там у меня есть некие ролики про Петербург, рассказы о том, как я себя чувствую в России, с какими ситуациями я сталкиваюсь в Петербурге, и вообще воспоминания о том, какая она была жизнь в Англии. В общем, там вы найдете очень много различных статей. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно не только смотреть, но еще и читать. Там уже есть очень много разных статей, о которых я еще не рассказывала на YouTube. Поэтому, пожалуйста, приходите, смотрите, я там буду выставлять и собачек, и мероприятия, и какие-то просто интересные английские фишки, которые я не могу включить на YouTube, потому что, ну, они такие, достаточно короткие ролики. Поэтому, если вам все-таки интересна жизнь в Англии и просто как русские иммигранты там живут, выживают, работают, учатся, ходят на мероприятия, встречаются, общаются и развлекаются, пожалуйста, тоже можете смотреть на Яндекс.Дзен. По-прежнему жду новых подписчиков на мой канал на YouTube. Ждите новых интересных историй и тут. Пока, на этом все. Чао-чао!